Новый этап экономического сотрудничества Баку и Тегерана. Стороны работают над достижением соглашения по созданию промышленного городка в Эрдебиле. По словам экспертов, когда договоренность будет достигнута, стоит ожидать совместного инвестирования. За счет усиления экономических отношений между Ираном и Азербайджаном, Иран, в общем-то, собирается собрать те компании, которые заинтересованы в инвестировании в освобожденные территории. То есть, в общем-то, этот проект имеет довольно-таки разнонаправленные интересы, очень интересные такие вот направления. С одной стороны, это промышленный город, а с другой стороны, выявление потенциальных инвесторов, которые непосредственно будут участвовать в инвестировании освобожденных территорий Азербайджана. Открытие коммуникаций и построение связей, инфраструктуры экономических отношений между нашими странами на более высокотехнологичном уровне – это тоже один из тех вызовов, которые стоят перед нашими экономиками. Как отмечают аналитики, Баку и Тегеран обладают значительным спектром ресурсов для создания совместных продуктов, ориентированных на мировую экономику. Инициатива о строительстве совместного приграничного промышленного города является подходящей площадкой для иранских и азербайджанских инвесторов. Развитие приграничной экономики между Ираном и Азербайджаном показывает, что обе страны конкретно выявили важный триггер будущих экономико-политических отношений. Поскольку, повторюсь, приграничные экономические отношения являются очень важными для решения далеко идущих геоэкономических возможностей для обеих стран. Железнодорожные артерии Иранской Исламской Республики серьезно нуждаются в электрификации и реализации проектов по энергетическому обеспечению железнодорожных маршрутов в Иране. Я думаю, что возможности углубления сотрудничества между нашими странами, да и в целом в нашем регионе, значительно будут увеличены. Аналитики отмечают, вполне вероятно, что на территории Азербайджана будут созданы предприятия в области переработки сельхозпродукции иранского производства. Произведенная на этих предприятиях сельхозпродукция транзитом через территорию Азербайджана будет переправляться в Россию, а также на рынок Центральной Азии. Эльнара Алиева, CBC.